Сразу два конкурса профессионального мастерства прошли в один день в Силамяевском училище. Ребята очень хорошо выступили, на мой взгляд. Особенно меня порадовало, что отличился первый курс, потому что когда первый курс хорошо себя проявляет, это означает, что мы на верном пути, что мы начинаем учить детей тому, чему надо. Да? И с каждым годом у нас обучение происходит все лучше и эффективнее. Остальные тоже молодцы. Я благодарю всех за участие и вручаю призы за итог, по итогам командного конкурса. Первое место, как я уже сказал, заняла команда первого курса. Прошу капитана на вручение за победу в конкурсе. И ты, гуру, как дух откажешься. Да, поздравляем. Спасибо. И очень справедливо. Первое место Голубева Полина Чивачелов Эрик. Можно я воспользуюсь, я сделаю комплимент. Вот Полина первый раз в жизни вообще сегодня, я так переспросил у нее, она видела этот кабель. Молодец. На нашем конкурсе соревновались ребята по инфотехнологии, команды первого, второго и третьего курса. Сначала проходили соревнования в командном режиме, то есть курсы соревновались между собой. Четыре конкурса выявили, что сильнее всех был первый курс. Второе место досталось третьему, а второй курс остался на третьем месте. Невероятно, почему же так получилось? Первый курс на первом месте, как, что случилось? Мне непонятно. Дело в том, что в этом году мы набрали очень хороший набор первого курса. Талантливые ребята, будущие программисты, многие из них уже прекрасно программируют спустя полгода начала обучения. То есть кадры решают все, они решили. Да, очень талантливые ребята. И у нас в итоге на пятом конкурсе определялся лучший по каждому курсу внутри команды. И вот эти разборки привели к тому, что лучшим среди первого курса был признан программист Михаил Кольберг. На втором курсе отличилась Надежда Захарова. Это наша Надежда, которая скоро поедет на республиканский конкурс «Нормейстер». Ну а на третьем курсе главным была Полина Голубева, которая заняла первое место среди своих сверстников. Андрей, одна из девушек первый раз в жизни видела коммутирующий шнур для компьютера и успешно справилась. С чем вы это связываете? Это как раз Полина Голубева, которая является очень умной девочкой, очень талантливой. И вот впервые увидев ножницы для обжимки сетевого кабеля, она справилась с задачей. И вместе с партнером Эриком Чивачеловым они заняли первое место среди своих сверстников. Сегодня у нас проходит конкурс профессионального мастерства «Парим лаутете как стухат как стейст», то есть лучший кладовщик 2018 года. Участники Ида Вирамаку Цехаридускеску силами Пекохт и Юфи Пекохт. Участвуют ребята второго и третьего курса, и в три этапа конкурс проходит. Первый этап уже состоялся, это был тест. Второй этап – приемка товара. И третий этап будет вождение вилочного... Нет, не электрокар, это будет вилочная рокла. Юлия, я вижу большое количество членов жюри. Ну, потому что у нас большое количество участников, и конкурс индивидуальный, нужно посмотреть, насколько правильно ребята выполняют работу, и оценить правильно, чтобы не было ошибок в оценке работы ребят. Ну, в школе это конкурс, ребят ждут призы. Да, конечно. И очень приятно сообщить, что в этом году у нас достаточно много спонсоров. Аквафор предоставил нам свою продукцию для победителей конкурса. ЮСК, так как много наших студентов в Нарвском ЮСКе проходят практику. Также фирма Оннинен, ТСЛ и МРСУ предоставила подарочные карточки для посещения МРСУ. То есть наших победители конкурса ждут хорошие призы, но это не только призы. В дальнейшем в Тампере состоится также такой же конкурс, и два победителя конкурса поедут в мае в Тампере на аналогичный конкурс, но только пока зрителями. –
Мы продолжаем показ архивных записей передач Силамяйской студии телевидения. Показ приурочен к 25-летнему юбилею ТВ. 5 лет в Улье работала детско-юношеская студия телевидения. Руководил кружком я. И в своем руководстве я старался доходчиво объяснить устройство видеокамеры, принципы съемки и монтажа, а самое главное – делать передачи для молодежи города и не лезть, как сейчас некоторые любители телевидения, в политику. У нас хватает в городе тем для сюжетов молодежных телепрограмм. Далеко, за пределами нашего города, известна керамика из-за студии «Домик». В застудию ходят дети от 6 до 17 лет. Здесь каждый может попробовать свои силы в лепке, рисовании и выбрать для себя то, что ему больше по душе. Здравствуй. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? 8. А как тебя зовут? Надя. В нашем городе много кружков. Почему ты ходишь именно в изо-студию «Домик»? Она тебе чем-то так понравилась, что ты ходишь только сюда? Да, здесь можно лепить и много чему научиться. В школе не всегда что дают правильно, а здесь можно всему научиться. Спасибо. А сколько ты сюда уже ходишь? 4 года. Ой, это очень много. А чему ты здесь научилась? Лепить, рисовать. А что тебе больше нравится делать, лепить или рисовать? И то, и другое. Ну, что-то же в большей степени должно нравиться. Рисовать больше мне нравится. А чем ты любишь рисовать? Красками, акварелью, карандашами? Акварелью. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Малыши, ни разу не бравшие в руки глину, через несколько занятий могут творить свои маленькие шедевры. Какое неподдельное счастье светится в их глазах, когда они берут в руки свою первую свистульку. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Абубова Ольга, мама одного из учеников. Скажите, пожалуйста, вот ваш сын уже в эту изо-студию ходит 2 года. Вы заметили какие-нибудь у него творческие сдвиги? Наверное, это заметила не только я, поскольку в его школе, в классе, учителя об этом тоже говорят, что... Да. А чем это выразилось? Творчески. А в чем это вообще выражается? Это в его отношении к чему-то. К урокам. Вот в музыкальной школе есть вступительные экзамены, а тут нету никаких экзаменов. Когда ваш сын пришел сюда, он имел какие-нибудь знания, понятия о том, как лепят, как рисуют? Нет, этих знаний у него не было. Почему вы привели своего сына именно в этот кружок, а не в другие? Ведь в городе очень много различных кружков, секций. Ну, вообще-то, я думаю, что для моего сына, как и для любого другого ребенка, любой кружок просто не подходит. Вот. И я подумала, что ему будет ближе, и какой преподаватель будет ближе, и поэтому я выбрала вот... Спасибо большое, до свидания. Старшая группа, ребята,
которые ходят в изо-студию много лет, лепят более сложные работы на гончарном станке. А руководит всем Лукьянов Игорь Константинович. Это очень энергичный и обаятельный человек, отдающий свое свободное время работе с детьми. Во время краткого отдыха, когда кружковцы могут выпить чашечку чая, нам удалось поговорить с учеником старшей группы, Клюкиным Артемом. Меня зовут Клюкин Артем. А сколько лет ты сюда ходишь? Я сюда хожу уже 7-й год, 6 лет ходил. Когда ты пришел сюда, у тебя были какие-нибудь навыки, лепки, рисования? Когда я сюда пришел, я ничего так особо делать не умел. Здесь меня всему научили, освоил рисование, там, лепку. Что тебе больше нравится делать? Ну, одинаково нравится, рисовать и лепить. Программа Силамяевского телевидения выходит в эфир на канале Литерс, а также на городском сайте силамае.ее и infosila.ee. Силамае ТВ!